Чем ближе выборы, тем сильнее нервничают те кандидаты, у которых на предвыборную кампанию потрачены бешеные деньги, но которых совершенно не поддерживает население. Потеряв все шансы на победу, они мобилизовали каких-то мрачных личностей для срыва законной агитации лидера предвыборной гонки. Жители улицы Пушкарская Слобода утром 2 апреля заметили в районе дома номер 40 группу заезжих молодчиков, портивших наглядную агитацию фаворита предвыборной кампании. Они сообщили об этом в предвыборный штаб кандидата, и его активисты оперативно блокировали нарушителей. На заднем стекле вот у вас Лазарев, смотрите. Да, я этим горжусь, что вас. Это он вас попросил сдирать плакаты? Мне никто ни о чем не просил. А, это ваша инициатива личная? Да, моя инициатива. То есть вы занимаетесь вредительством, получается? Я снимаю плакаты там, где они висят с нарушением. Порчи, нет, вы наклеиваете на плакаты. Меня кто-нибудь найдет, нет? Найдут. Обратите внимание, что на задних сиденьях находятся пассажиры, которые судорожно прячут объемные пакеты с незаконными агитационными стикерами. Вот тут мужчина, женщина, сейчас пытаются все это что-то не съесть. Наклейки эти. Около десятка агрессивно настроенных молодых людей, которых возглавлял заместитель главы чесменского поселения Алексей Шацкий, напали на активистов Гаврилова, нанесли им множество травм, порвали одежду. Покушение, нанесение побоев. Вот молодые люди, спортсмены. Ты видишь, ты дед, у тебя инсульт, что ли, лишний, блядь. Лезет, блядь. Вот порвали, видите, все. Вот это они рвали все. Вот, порвали. А один из активистов от «Единой России» в результате удара по голове получил сотрясение мозга. Раньше были во время войны соколы Сталина, соколы Жириновского, а это вот воробьи любимого. Летают много, пакостят, гадят. Так. Уважаемые молодежь, вы знаете этого гражданина? Не, первый раз. А в интернете. В интернете видели, да? А лично не здороваетесь за руку ни разу? Здоровайтесь с ним за руку. Здоровайтесь? Вы с ним здороваетесь за руку? Я могу даже вот так подойти. Ну вот видите, как вам повезло в жизни. Вот так вот вы можете подойти. А вы боитесь, а вы не можете? А он вас держит на дистанции, да? О, молодой человек подошел, молодец. Меня? Лично меня? Я его вижу в первый раз в жизни. Вот видите, как все оказалось. А глаза такие чистые. Искренние. Потасовка, устроенная активистами авангарда, нанятыми из соседних областей, была нужна лишь для того, чтобы дать скрыться пассажирам задержанной машины. Приехавшая к шапошному разбору полиция не очень-то стремилась зафиксировать никаких нарушений предвыборного законодательства. Уберите, да, съемочку. Если как бы будет согласен на водителя или владельца автомашины, что будет производить съемку, то пожалуйста. Да что вы будете? Нет, я не согласен.